Общественный транспорт на европейском уровне. Не мечты, а вполне реальная перспектива. Сегодня в Белгороде участники регионального отделения Общероссийского народного фронта обсудили проблему качества пассажирских перевозок. В настоящий момент в областном центре 110 маршрутов, городских и прилегающих, а это порядка 600 километров дорог и свыше 1000 единиц общественного транспорта. Практически все оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС. Летом автопарк города пополнится 125 новыми автобусами и троллейбусами. В скором будущем в транспорте появится электронная платежная система. Ну а проблему пробок взялись решать специалисты из Минского научно-исследовательского университета. Они разработают для Белгорода проектную схему развития маршрутной сети до 2020 года с учетом расположения новых объектов ИЖС. Но уже сейчас для улучшения качества пассажирских перевозок сделано немало. Проблема пассажирских перевозок, она актуальна. Вот. Но я вам скажу, что мы на сегодняшний день практически убрали с маршрутов газели транспортные. Постоянно ребята находятся на линии, постоянно мы совместно с сотрудниками ГИБДД и транспортной инспекции, сотрудники моего отдела работают на линии, следят за чистотой, следят за тем, чтобы соблюдались права пассажиров.